Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 18 марта, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Конана. Небесным покровителем его является мученик Конан Мандонский, Градарь. Жил этот святой в III веке. Был он родом из Назарета Галилейского. Став взрослым, Конан покинул отчий дом и поселился в городе Мандон, где устроил для себя огород, плоды с которого питали его. Человек он был добрый и простосердечный, поэтому, когда к нему приходили путники или бедняки за пищей, он уменьшал свою порцию, лишь бы помочь вопрошающему. Он не знал Священного Писания, так как был безграмотен, но это не мешало ему познать Господа Бога нашего. Признав себя христианином, он стал вести богоугодную жизнь. Однажды в город пожаловал и демон Публий, пришедший для преследования христиан. Узнал он о Конане и приказал привести его. Посланные пришли к Конану и в насмешку приветствовали его добрыми словами. Конан с радостью отвечал на их приветствие и любезно принял их. Тогда воины сказали ему: «Тебя зовет иегемон Публий». Удивленный Конан сказал: «Зачем ему христианин? Пусть зовет своих единомышленников». Обозленные воины схватили праведника и связанного привели к иегемону. Там святого стали принуждать отречься от веры Христовой, ибо не истинна мала она, и принести жертву идолам. Конан стал противиться, ведь не мог он предать Христа. Тогда в ноги его набили железных гвоздей и гнали перед колесницею иегемона до тех пор, пока святой страдалец не пал от изнеможения на колени и с молитвой на устах предал душу свою Господу. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем Андрея, Федора, Константина, Давида, Адриана, Ираиду, Марка, Николая, Ивана и Яна. Напоминаю, что самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь!